молодость, вот эта псевдомолодость является некоторой иконой, на которой все ужасная, да? Это ужасная глупость, потому что получается, что мы все проскакиваем зрелость. У нас время молодость, бабах уже все, старый. Уже там все. Бабах уже там 65, допустим. А до этого все там скакал молодой. А зрелость, а взрослость когда? То есть мы считаем, что зрелость и взрослость — это вообще недостойно. Такая глупость, по-моему. По-моему, в любом возрасте и в любом, ну, не знаю, какая-то такая есть своя и красота, и интерес, не знаю. То есть прекрасно было, когда было 25, замечательно. Замечательно там, не знаю, когда 30-40, тоже замечательно. Ну, в любом возрасте есть свои... Ну, сейчас 40 не открывается. Вот эта культура зрелых людей, мода зрелых людей. И вообще вот эта жизнь зрелых людей, она куда-то вообще как будто исчезла.